Народный художник России Борис Кукулиев теперь почетный гражданин Ивановской области. Знак отличия лауреату Государственной премии России вручил губернатор Павел Коньков на открытии юбилейной выставки. В здании Государственного музея палехского искусства открылась экспозиция, которая впервые объединила творчество трех поколений династии Кукулиевых. Это миниатюрные портреты, ювелирные украшения, эскизы к монументальным росписям, штукатурки, а также эскизы книжных иллюстраций и акварели. Всего в экспозиции представлено более 200 работ 6 художников. Выставка носит название «Битва за мечту». По мнению Бориса Кукулиева, которому в этом году исполнилось 80, жизнь в искусстве – это прежде всего борьба. Почему за мечту? Потому что я приехал в 52-м году в Палех, увидел это искусство. Ну, как-то говорится, полюбил, зародился, а толку у меня не было, чтобы его освоить-то. Вот, поэтому у нас мечта была, чтобы в течение какой-то жизни, которая мне отведена, освоить портретную живопись, стенную роспись, лакоминиатюру.